17 сентября 1954 год. Родился Такаядо, японский астронавт, доктор наук по аэрокосмическому машиностроению, доктор астрономии, выполнивший два полета на американских космических челноках, первый японец, вышедший в открытый космос. Дои получил докторскую степень в Токийском университете в области аэрокосмической инженерии, изучал и опубликовал работы в области двигательных установок и технологий микрогравитации. Он занимался исследованиями в Институте космоса и астронавтики и был выбран NASA кандидатом в астронавты 85-м году. Получил степень доктора философии в Токийском университете, а также степень доктора астрономии в университете Райса в 2004 году. Такаядо посетил Международную космическую станцию в марте 2008 года. Они доставили на космическую станцию первый модуль японской лаборатории Кибо и канадского робота Декстра. Во время этой миссии он стал первым человеком, бросившим в космос бумеранг, который был специально разработан для использования в условиях микрогравитации во время космического полета.